Всем привет, с вами канал 24 сотки, и снова мы готовим в деревне. И сегодня это супчик из сайры. Самый вкусный суп, я думаю. Это поймут те, кто родился в 90-е и даже раньше. Итак, картошечку я уже положила в супчик. Нам нужна еще лаврушечка, черный перчик горошком, лучок и две баночки сайры и зелень. Так, закидываю лаврушечку. Черный молотый перчик и лучок туда же в кастрюльку отправляю. Итак, иду нарвать укропчик на супчик. Ну, такого пучка достаточно. Итак, закладываем сайру. Нам повезло, она маленькими пушками, и зелень. Так, дать прокипеть ему пару минут, и супчик готов. Ой, это очень вкусно. Белиссимо.